Всем привет, Адлер, отличная погода. Вот аллея, старая аллея, по которой я в школу ходил. Вот эти деревья были тоненькие. Прошло полвека, конечно, уже они стали большими. Ну, вот здесь мы ходили в школу по этой аллее. На той стороне пеканы вон растут. Большие пеканы были, их кронировали сейчас. И мы со школы шли и сбивали палками их. Это космос-остановка. По-старому. Сейчас взлетная называется. Ресторан «Космос» старый. Ну, можно сегодня пройтись. Начну немного вспоминать воспоминания. Можно. А то каждый раз идешь, что о чем говорить, ну? Вот пальмы досаживают, финиковые пальмы. Вон, посадили аллею. Ряд. Погибают. На той стороне вон много пропавших пальм. Долгоносик пожрал. И вот досаживают. Кто-то потерял. От самоката крыло. Вон они, пальмы пропавшие. Такие огромные, на той стороне все пропало. Жалко. Вот так вот. Олимпийское наследие нам досталось. Завезли столько всякой гадости сюда. Этих насекомых. Страдает все сейчас. Кипарисы и платаны. Много чего пропадает. Даже лягустру стали жрать. Лягустра вот местная. Растение вечно зеленое. Никогда ничего не было с ней. Сейчас сыпется. Едят какие-то тля какая-то. Гусеницы мелкие такие вот. Вот. Пройдем на эту сторону. Здесь раньше такая же аллея была, как и дальше сзади. Вот они, старые дома еще остались тут, старый фонд. Здесь изменилось, конечно. Была прямая аллея такая же, с такими же деревьями. Вот с левой стороны загорожена территория, это опытное поле. Выращивали капусту. Разные сорта зимоустойчивые. Сейчас здесь осталось киви кусок, часть. А остальную территорию застроили коттеджами. Вот, подходим к апельсину. Улица Ленина. Ну вот, подошли к апельсину. Торговый центр. Здесь река Хирота. Здесь раньше продуктовый магазин стоял. Прямо за мост проходишь, и вот здесь вот старый магазин. Ну, кто-то не помнит уже, это очень давно было.
А на той стороне, кто помнит, была столовая «Минутка». И пивбар был рядом, около речки, прям к речке спускался. А вот знаменитая река Херота, которую переименовывали. Но пока что оставили старое название. Новое здание тоже вот это построили. Ну вот, про Хероту. При царе стояла здесь рота, 10-я, римская цифра 10, как ха по нашим. И написано было Х-рота. Ну, и, как говорят, люди начали называть ее. Херота. Ну, я бы, может, в это и не поверил бы, если бы, как говорят, потом это неправда. Источники другие были, какие-то названия там. Неблагозвучное название, значит, Херота. Начали рыться там и откопали, как будто бы она называлась Хорота. Вот они, коттеджи, незаконно построенные. Было опытное поле. Здесь капуста. Бамбуки. В этих бамбуках мы лазили всегда детьми до самой речки. Вот они. Здесь частный сектор. Ну, буду идти так вспоминать кое-что. Бамбуки какие густые. Вон какие капитально сделанные коттеджи, углы залиты все. И это все под снос. Вот здесь частный сектор, вон они, старые дома. Очень старые. Не знаю, я уже полвека. Они еще стояли. Сколько они до этого стояли? Ну, наши дома-то сталинки еще. Это сталинки. На той стороне наши дома, где мы жили, старая квартира. А здесь вот огороды были у людей. Мы, помню, были детьми, лазили. У девчонки день рождения было во дворе там одной. И мы залезли, тут нарциссов нарвали. Здоровую такую стопку. Букет большой. И на ту сторону через по трубе перелазили. Хероту перелазили. Вон они почему-то заброшены. Фихуа, тут сады остались старые. Вот этот дом уже новый. Здесь на этом месте гараж был. Здесь был гараж. Вот здесь опытное поле рядом. Техника была, стояла. Все здесь обрабатывались. Трактора там всякие. И вот это вот здесь был. Стоял гараж. На этом месте. Ю-76. Обалдеть. Давно не видел его. С ума сойти. Ну вот, выходим. Риды наловили, на лодке плавали нормально. Мы раньше тоже на лодке выходили, ставриду ловили. Вот река Херота, устье выходит река здесь. На днях были дожди сильные, она поменяла направление. Это постоянное явление происходит, постоянное. Она выходила прямо вот на днях, дня два назад. Сейчас уже поворот сделала. А была она вот здесь, проходила вообще вот. Люди позагадили все тут, покидали камни, бетон, куски тут, я не знаю, зачем это все. Все раньше было чисто.
И она постоянно меняет направление после штормов, после ливней сильных. Потом набивает волнами опять пляж. И она меняет, начинает изгибаться. Вон они, обрывы эти. Ну, я знаю, потому что я здесь жил, детство прошло здесь. И мы постоянно здесь бегали. На море. Ну вот. Хирота берет начало свое на Сахарной головке. Гора Сахарная головка. Проходит через часть совхоз. Бестужевское село. Там много сейчас очень заселили. Заселенное сильно стало. Стоки. Летом выходишь, здесь чисто канализация, запах канализации. А раньше мы здесь купались, в этой речке. Ну, рыбу, конечно, кушать нам запрещали, родители нельзя, говорили. А сейчас тем более вообще, не знаю, тут рыба-то осталась, сейчас, может, и не осталось ничего. Ну, вот на этой стороне старые дома, на той стороне дом 1 и дом 1А. Вот в этом доме я жил. В этом доме друг живет сейчас. Это сталинки. Здесь гараж был, ДРСУ-2, дорожно-ремонтно-строительное управление, вот на этой площади. Были гаражи, мы здесь бегали, прошло детство здесь. Вроде сейчас кажется, территория не такая большая, а раньше казалась огромная. И склады тут были, и цемент. Помню, такие баки битумные такие, все стояло такое огромное, и цеха разные были. Казалось, огроменная территория. Выход к речке был. Это уже построили, закрыли все здесь. Положили. Стены сделали. Вон камень. Здесь высотку ставили. Поставили высотку незаконно тоже. Постройка. У меня видео есть. Старая квартира там называется. Как-то давно снимали. Не знаю, года два, наверное, назад. Здесь стоял дом огромный, многоэтажный. Закрывал. Тень давал на эти дома, пылюка шла, тут страшное дело было. Люди уже квартиры покупали в нем, и потом его снесли. Сносили долго его, огромный дом. Долбили так, что пленкой накрывали машины и все тут, окна все закрывали, тут пыль такая шла, стол стоял. Ну вот это река Хирота, я начал рассказывать. Почему так, я думаю, что все-таки здесь стояла 10-я рота, Х-рота, поэтому ее так и начали называть, Х-рота, Хирота. Мы здесь гуляли, лазили все время, здесь глиняные куски, здесь такая вот почва глиняная. И вот в этом районе, я даже помню, вот здесь ворота были старые, выход из гаража был на пляж. Куски глины лежали после очередного ливня. Когда все посмывало, мы вышли гулять. И я смотрю, что-то блестит. Подошли, такое что-то блестит на куске глины. С другом подошли ближе, взяли, а это 5 рублей. Николай II, золотые. 5 рублей, золото. Ну, так вот, поэтому, скорее всего, ну, откуда они могли здесь просто так оказаться, когда все-таки говорят, что это на самом деле здесь. Ну, вот такой случай был. Ну, а здесь было интересно, конечно. Здесь сарайчики у каждого были. Там еще немножко остались вон. Там огородики были. Очень красивое место было, живописное. Выход красивый был. Ну, конечно, когда был шторм, до дома доставало. Песок кидало, волны. Такие очень сильные, когда шторма были, доставало до дома. Вот он наш дом. Мы здесь жили. Ну, на ту сторону сейчас не перейдешь. Ну, и не пойдем на ту сторону. Вот так вот, немножко воспоминаний об этом месте. Белорусская улица, Белорусская 1, Белорусская 1А дома. Там рядом пищекомбинат был. Сейчас уже все не работает, его продали. Зефир, мармелад, всегда запах такой оттуда шел.
Белорусский переулок, Костинский переулок здесь, там Костинская улица. Дальше уже ВВС, санаторий, Адлер. За ним уже ЖД вокзал. Ну все, пройдем дальше по набережной. Вспомним еще что-нибудь. Ну, тут мы мотались, бегали детьми. Здорово, конечно. Вид отсюда вообще на Хоста, на Сочи. Конечно, испортили все они этой стенкой, этой стройкой. Пляж широченный был, широкий. Сейчас что-то вообще... И арматура торчит там. Летом приходили, смотрели, там на пляже прям торчит арматура. Купаться опасно. А здесь загадили капитально вообще. Ну что это такое? Вот, не знаю. Вот она вот так вот идет. Потом она будет вот сюда идти, меняться. Потом опять туда идти. И постоянно она меняет направление. Но сейчас ее промыло, конечно. Сейчас не такой запах. А летом я подошел, это что-то невозможное. Канализация, блин. Ладно, дальше пойдем. Это огонек 3, получается, пляж. Ну вот, жили мы здесь рядом, поэтому мы здесь бегали постоянно вот сюда вот. Рыбаки здесь. Я помню, они когда рыбу привезут, раньше рапанов очень много сгребали со дна. Крупные рапаны были. Сейчас-то мелкие что-то стали. Чайка. Мы чаек раненых собирали, помню, с другом. И вон там, где гараж был, наверху на чердаке, мы там их отхаживали, держали. И нырьков собирали. По морю ходили, когда находили раненых. А здесь вот горы рапанов привезут, высыпят, они на солнце лежат. Такой запах от них вообще ужас. Запах рыбы, рапанов, соли. А тут тоже очень давно это все. Очень давно. Это место тут. Рыбу привозят, продают. С утра здесь продают рыбу. Ну вот, а здесь уже... Вот дома, старые дома, это частный сектор здесь все. Это построено очень давно. Я был маленьким, еще 5 лет нам было, по 5 лет мы ходили, я помню. И это все еще стояло. Это, скорее всего, опытное поле было. Это давали, наверное, людям еще. Тут вот строилось когда. Это я помню. Здесь знакомые жили. Вход был, знакомые жили. Вот мы к ним мы приходили. Вот тут дальше тоже у них сарайчик был. Сейчас вот дом построен здесь. Вот он, этот дом на этом месте. А тут сад был. Грушевый сад. Я помню. Там дальше киви. Сейчас. И опытное поле рядом. Вон они коттеджи понастроили. Все застроено. Ну вот пляжи здесь широкие, хорошие, но все равно эти пляжи не сравнятся, не сравнить, как было на Вымеретинке раньше. В Вымеретинке были пляжи в два раза шире, чем здесь, по 80 метров были. Здесь, если метров 30-40 от силы, 40, да не будет. А там было по 80-70-80. Шел песок вот так вот, потом галька шла.
Ну, теперь все. Теперь пляжей там нет. Если одумаются все-таки, не знаю, соберутся. Соберутся, уберут порт, тогда может, конечно, все возобновится. Потеряны большие очень территории пляжные. Ну, здесь идет стройка до сих пор, реконструкция. Набережная. О, какая полюка, блин. Фу. Ничего не делает. Фу. Ложат брусчатку. Помнишь, от вот этих отрезали? Ну, такие где-то были. О, тут сатор. Причал. Причал. Это причал. Охотника. Женщина пошла по пляжу. Испугалась проходить здесь. Вот там причал охотника. Мы тут купались. Вот он сам пансионат охотник. Здесь раньше огромные синие ворота были, огромные ворота, и оттуда лодки выходили. Ангары. И сюда их пускали. Вот он, охотник. Сейчас покажу кое-что. Много лет назад я это видел, а потом... Не мог вспомнить и думал, куда это все пропало. Много лет назад это было. Вот мы стоим около пансионата. Отличная погода. И сейчас я пройду вовнутрь. Я думаю, меня не прогонят. Я сниму эту достопримечательность. Вот охотник, отель. Вот он, лось. Огромный. Дюраль. Его поставили сюда, этого лося. Сзади он крепление. Этот лось висел на стене. Вот на этой стене висел этот лось. Потом, видно, облицовку делали, его сняли и все, и больше не повесили. Было здорово, я это помню с детства, выходили, вот я запомнил. А потом он пропал, я думал, был же этот, я фотографии смотрел в интернете, не могу найти и все. Ну, здесь набережная уже, вон сейчас тоже все вскрыли, меняют, не знаю. Ну, пройти можно, потихоньку пройдем. Я не знаю сейчас. Здесь все восстановили. Все разрушено было, где кафешка, все разбито было. Это все новое, все полностью новое. Ну, пройдем здесь, и можно по морю пройти спокойно, без проблем, конечно. Но здесь интересно. Фонтанчик. Ладно, тянуть не буду, а то у меня сядет аккумулятор, не успею я снять ничего больше.
как здесь. А, не копают тут что-то. Коммуникации какие-то проводят. Нет, канализация, видно, канализация. Ну, вот здесь тоже восстанавливается. Вот здесь убрали, здесь все снесло. Разбило, здесь вот все восстанавливается. Все. Меняются столбы, и он все обновляется. Он че. Здесь ступеньки разбиты были штормом. Вот тоже залили, ниже долили. Тут все вымыто было, полностью не было ступенек. Бич отель Лазурь теперь он называется. Раньше это был Брик. Это назывался тут кафе, ресторан был Брик. Мы тут сидели. Дорога была вокруг него, проходила. На машине ездили. И здесь проходила. Здесь раньше машины ездили. Проезд был. Переименовали. Сейчас пляж это переименовали. Это не Огонек уже пляж. Это Лазурь пляж. Саговник. Что там? Вытащили его из катки, так он и лежит. О, рыбаки. Кефаль ловят. Ну, здесь раньше ничего не было, только вот это построено новое все. Ну как новое-то? Это уже много лет, конечно. Я имею в виду воспоминания детства, если уж начали мы. Здесь тир большой стоял, мы сюда ходили, тир был. Это я помню. Ой, хорошо на солнце, солнечные ванны, зарядку делает он, женщина. Здорово, конечно, воздух свежий. Сейчас вот возле дороги шел, невозможно вообще находиться возле дороги, дышать этими газами. Машин очень много стало машин. Сейчас рано утром едешь, уже пробки начинаются. Вечером в 12, час еще движение такое нормальное. Раньше в такое время никогда в 9 уже машин не было. Ну это раньше как. Все изменилось, конечно, понятно. После Олимпиады все это изменилось. Ну вот пляж Огонек тоже. Ну, метров 30. Он шириной. Хотя он считается очень широким. Но это не широкий пляж. В Америтинке было шире. Огроменные пляжи были в Америтинке. Вот ошибка человека к чему привела. Все. Нету их. Там УПК у нас было, мы ходили, как раз где выходит речка, рядом было УПК, учебно-производственный комбинат, мы туда ходили, по понедельникам занимались. И поэтому там постоянно южные культуры, пляжи широкие были, причальчик старенький был. Это все помню, выход из южной культуры, из парка, широкий пляж, там мелко было, район южных культур мелко. Дальше бухта начиналась, там уже глубина начиналась, тоже широкие пляжи. И шло туда, до совхоза «Россия», широченные. Ну, вот так вот сейчас. Сейчас вот так вот стало. Вот эти пляжи считаются не широкими, если там такие были бы сейчас, хотя бы в Меретинке вот такие были, это уже хорошо. Здание осталось один в один, ничего не изменилось, только название поменяли. Так, летом здесь тоже народу много, очень много. Июль месяц, мы тут приходили, тут места не было. Невозможно было. Так что людей много. Ну, погода прекрасная сегодня, конечно. Даже на солнце даже жарковато так. Ну, не жарковато, тепло прям, очень тепло.
вот сейчас подходим тут. Это я не помню сейчас, тоже старое здание, вот оно осталось. Золотой огонек. Пансионат Золотой огонек. Это старое здание, очень старое. Самолеты взлетают. Здесь здорово, сюда самолеты над головой летают. Вид на Сочи отличный. Вообще сегодня погода прекрасная, все чисто. Здорово, красиво. Ну вот. Дальше детский сад. Здание, вот оно. Детский садик. Здесь моя сестра. В этом садике была я. Приезжал за ней, забирал ее. На велосипеде забирал. И тут рядом он, старая квартира, здесь отвозил. Сейчас это армянская школа. А раньше был детский сад. Вот здесь даже, помню, выходил я. По берегу шел пешком, и как-то помню, кефаль была, много кефали почему-то. И крупная такая, по две, по три штуки так вот валялись. И так идешь по всему пляжу. Что-то такое было, такой вот период, я помню. Или какую-то отраву кидали, отравили чем-то. Дельфины погибали. Как-то год был такой, что много дельфинов погибло. По берегу идешь, дельфины лежат. И рыбаки, помню, рыбу ловят на волнорезе, дельфин подплывает такой же, умирающий. Вот это я запомнил, в детстве такое. Ну, это нам было лет по, я не знаю, 12, нет, лет по 10. 12, я уже переехал на другое место, мы переехали. Но там, где пищекомбинат, рядом ВВС, там была столовая старая, дельфин. Ну, уже не помню, наверное. Это 80-й год это был. Потом ее снесли. Ну, вот подходим к Южному Взморью. Проход через Южное Взморье. Вот он, переименован уже огонек. Сейчас это Лазурь, городской пляж. Все меняется, все переименовывается. Привыкаешь к старым названиям, к старым местам, все это меняется. Как на той стороне речки сейчас. Пляж-то там. Сочи-Форния там. Названия такие попридумают. Кто его Лего называет. Тут еще как. Мандарин тоже. Пляж Мандарин. Ну это пляж Чайка вообще-то. Ну Мандарин напротив Мандарина. Поэтому. Вот сейчас период такой. Вот этот вот период зимний. Я заметил. Летом такого никогда не бывает. Чайк очень много на море сидит. На воде. Это тоже построено. 10 лет назад этого не было. Вот этого здания. Это все новое. Старые только пляжи остались. И вот фонтанчик здесь. И самолет. Один за одним летят. И чайки вон сидят на воде. Санаторий Южное Взморье. Ну, много здесь тоже провели время здесь. И тренажерные залы ходили. Ой, интересно было. Красивый санаторий. Территория хорошая, красивая такая, большая. Раньше проще было пройти, сейчас, конечно, тут охрана. Раньше проходили без проблем. Ну, вот она, набережная Южного Взморья. Надо в Марсель. СМС от Магинатек Марсель.
Ай, да. Старые, конечно, здесь растения уже, пальмы. Пицунские сосны. Красивые такие. Детская площадка. Здесь песок после шторма еще не убрали, так и лежит. Вон парень купается, этот я его видел. Зарядку делает, купается. Сейчас солнце не будет так видно хорошо. Ну вот, проходим, выходим на пляж Чайка, и уже народу здесь сразу будет сейчас очень много. Вон, уже толпы прям. Ну, разница, конечно. На огонек что-то мало кто идет, но там делать, в принципе, нечего. Ну вот. Сколько норма? Она говорит, ну норма 100. У них в Подмосковье, значит, до 400 показывает. Это плохое. Но у них фильтры стоят, дорогие. Ну забирать. Хорошо, побежал я. Ладно, до свидания. Голубей. Голубей кормят. Постоянно здесь голуби, толпы голубей. Встретил знакомого, сейчас поговорили со старой квартирой. Но он еще, это еще родители знают, это он старше, конечно. Дружили раньше, все сейчас. Прямо около моря живет, на байдарке плавает у него. Занимался он ведь серфинг, вот это на доске, что с парусом вот он. Место отличное, прямо около моря. Старый рыбзавод, здание восстановлено, восстановили. После шторма еще не заделали, окна повыбивало волнами. Причал был, железка называли его, из железа такой сделан. Ну, потом сгнило все, конечно. Мы на физкультуру приходили сюда, здесь плавали. Ну, вот интересно было, помню. С утра придешь, такая тишина, вода такая еще прохладная. Ныряешь, на скорость плаваешь под водой. Сдавали. Так, не сказать, что много народу. Там что-то много было. Вначале выходили. Наверное, дальше тоже сейчас. Маяк, это все тоже построено.
уже после. Маяк это стоит уже сколько лет ему. Рыбаки. Фламинго. Сходите там пострелять, шарики полопать. А мне звоню, потом не еду. А, ну да, мне это дела. Ребята, давайте. Ко мне как-то один раз тоже, помнишь, не дошли. Бассейн здесь классно, купаются. Баня здесь прямо на берегу. Море, здорово. Я попарился, нырнул. Улучшает сон, поднимает настроение. Водичка теплая, мышцы отдыхают. Здесь сейчас вспомнил я. Вот здесь на это здесь здание, а здесь старая поликлиника детская. Вот эта территория, вот это здание. Дальше там вон они здание. Старые здания. Еще видно, какие колонны. Это детская поликлиника была. А раньше, еще раньше, на этом месте кладбище было. Прямо на берегу моря было кладбище. Это мне еще рассказывал. У нас жил дедушка один знакомый, там пчел держал. Он уже умер давно. Вот он говорил, здесь было кладбище. Потому что я ему как-то сказал, что у друга здесь дом был, они копали яму под туалет и череп откопали. И он говорит, здесь было кладбище на этом месте, вот здесь прямо на берегу моря, на этом месте. Потом детская поликлиника. Сейчас уже там другое. Ну, причал, старый причал Адлерский. Жалко, что закрыли. Раньше спокойно проходили, гуляли по нему. Рыбаки в конце он там сидели, все за рыбу ловили. Ну, теперь закрыли. Какие-то там законы новые, приграничные территории. Вот это все пошло еще. Раньше все время было без проблем. А, это уже выдумывали такое. Можно было спокойно открыть, люди гуляли бы. Ничего не мешало бы. Кафешки понастроено уже все. Все восстановлено. Прям охрана такая, прям так строго, ты что тут? Вот старое здание. Старое здание причала Адлерского. Вот, я помню, вот здесь вот это окно. Здесь кассы были. Вот сюда подходишь, вот сюда, и билеты покупаешь. На катер, на рыбалку. И мы ходили на рыбалку, по 6 часов в море были.
по ведру ставриды ловили. Выходили. И отсюда выходили, и в хосте тоже. Из хосты было, катер ходил. И отсюда, вот оно старое здание. А теперь это Фрау Марта. Немецкие мелодии. Если честно, не очень приятно. Не очень. Все время проходишь вот эти мелодии здесь. А у нашего поколения все-таки ассоциация с фашистами. Вот как вот, что ни делай, все равно это все напоминает. Ну вот так вот. Скульптура, вот эта повелительница морей называется. Ну, на той стороне жилой комплекс строится. Горизонт. А была там гостиница Горизонт. Мы на лифтах катались, помню, мы детьми были. Там, где фильм снимался, «Бриллиантовая рука». Здесь на набережной у нас снимали. И в Сочи снимали, и здесь. Здесь демонстрации ходили, помню, там дальше, вот помню, черную икру продавали, это мне запомнилось. На столах такая вот бутерброды с черной икрой всегда покупали мы. Ну, недорого они стоили. Рыбка желаний. Здесь речка выходит, ручей. Летом не очень чистый. Бывает, что неочищенные истоки здесь попадают сюда. Запах от него идет. Но дети бывают все равно копошатся. Не знаю, родители как-то относятся. Смотришь, бывают дети, ребенок играется все время, там сидят. Вода грязная. Ну, наверное, выйду на пляж. Вот площадочку восстановили тоже. Косяк летит. Бакланов. Бакланы летят. А вон они, собаки. На волны гавкают. Давно уже они этим занимаются, эти собаки. Сейчас к ним присоединилась большая собака. И они все время, волна идет, они на нее гавкают, с волнореза. Люди сидят на солнышке. Витамин D получают. Да, сейчас такой период большой, конечно. Без солнца, вот это у нас пасмурная погода. Дожди сейчас, ну, не знаю, мне это не мешает абсолютно, я как-то не замечаю этого. Знаю, что через несколько дней будет солнце. Вот так солнце выходит пару дней, все нормально. Восполняется все. А вот в Ростове мы были, там тяжелее. Там как затянет. Неделя, две. А то и больше там без солнца. Солнце выйдет на немножко так, на чуть-чуть, раз и ушло. Минут 15-20 появится, если бывает, день. И все. Это тяжело, конечно. У меня там депрессии такие были, это вообще кто? А здесь дождь, ничего.
Льет днями дождь, нормально. Что ты дома, наверное, поэтому. Ветер нормально, бывает ветер. А там какой-то ветер не такой, дождь не такой. Ну, чужое, чужое место когда. Так что нам тяжело отсюда куда-то уезжать. Где-то привыкать будет. Климат совершенно разный, конечно. По краю. Солнце будет мешать, конечно. Женщина интересно так делает. Обалдеть. Собаки дерут он. Собака маленькую. Ну, на набережной народу. Я пойду по берегу пройдусь. Сейчас-то еще нормально. Летом будет, конечно. Когда много людей, тоже не очень, конечно, приятно сюда. Толкаешься. Жара, толкотня. Сейчас прекрасное время. Для прогулок. Вот она, эта собачка, она на волны гавкает все время. Она, познакомьтесь, вот еще одна. А вон их сколько тут. Ой, а там сколько чаек вон над Мзымтой. Там рыба сейчас отходит с Таврида, видно. Ой, такой запах. Ой, водоросли морские, запах. А, это, наверное, вот это вот зеленое цветет. Ну да, отсюда, наверное. Приятный запах. Ну что, пойдем. Пройдем. На волны погавкаешь. Не хочет. Да, там чаек. Мы рыбу ловили в устье, когда в Савриду. Дельфины подходят и сразу начинает ловиться рыба так усиленно. Потом раз, отходят они, опять прекращается клев. И вот чайки там кружат. Это рыба, значит, там. Ну, вот так вот, вон. Здания какие огромные понастроили. Горизонт.
там в устье, конечно, мзымты. Это вообще столько чаек. Локаторы. Красивый уголок здесь такой, столько растений, здорово. Вообще все зеленое, конечно, смотрю, сейчас возьми там где-нибудь в Туапсе, уже такой зелени нет, конечно. Ребята, давайте постреляем. Почему они не посадят, вот такие даже коричневые, такой вот лавр не посадят, зеленый, вишнозеленый. Но там пальмы уже вот такие финиковые, наверное, не выдержит. Этот клоун постоянно тут ходит. Мандарин. От апельсина мы начали, считай. Мандарином закончили. Вот так. Мандарины, апельсины, сладкое вино, бассейн. Солнце слепит. Да, смыло хорошо после шторма. Все там говорят, шторм века. Но это не шторм века, конечно. Шторм десятилетия, можно сказать. Ой, все приукрашивается, естественно, хочется людям. Просмотров побольше было, начинают. Смотришь, особенно блогеров, вот когда бывает, найдешь там какую-то такие вот названия, с ума сойти можно. Шок, шок постоянный, какой-то у них шок. Увидели это, шок, увидели то, шок, что-то здесь. Прям город-катастрофа. Ладно, а вот здесь, да, кусок большой смыло. Здесь раньше шашлыки делали. Люди сидели, отдыхали. А теперь все. Деревья росли. Он меняется, конечно, все. О, что? Теперь люди подошли посидеть. А где? Он огромный кусок. И вправо еще уходит. Дорожку сделали, он обрыв дальше идет. И все. На той стороне у нас было ОПК. Здесь широкий пляж, и на той стороне уже был пляж огромный. А там крест стоял. Когда Ил-18 упал, это был... Какой год, я не помню, 72-й год вроде был. Ил-18 самолет в море упал. Его так и не подняли. И на той стороне поставили крест на берегу моря. И туда люди ходили, венки бросали. Каждый год, я помню, опускали в море венки. Ну все, вот набережная Мзымты. Но она сейчас хоть на реку стала похожа. То она такая мелкая, прям думал, ну все. Что-то с рекой сделали прям. Ну сейчас. В горах дожди, конечно, снег тает. Ну.
Она поднималась очень высоко, зим-то раньше поднималась, промывала все, выносила гальку, берега наполняла. А теперь сейчас экскаваторами все. Собирают, увозят. Не справляется она сама. Уже мимоза зацвела. Вот несут мимозу. Горы, что-то тучи в горах. Сейчас температура уже поднялась, там уже дождь. А у нас солнце. У нас сейчас еще нормально, прекрасная погода. Вот март месяц, конечно, самый у нас, самый плохой месяц, можно сказать. Не противный. Это март. Хоть у меня день рождения в марте, но холодный. Чаще всего снег выпадает в марте. Заморозки в марте. Сейчас это ерунда еще. Пока это все восстановится, погода. Весна неустойчивая. Мост через Мзымто пешеходный. Тоже не было его раньше. Был один-единственный мост. Мы на ОПК через него не ходили, его не было. Мы ходили по старому мосту. Ну, подходим здесь в парк Победы. Запахи приятные. Здесь прошли сейчас кавказскую кухню. Запах шашлыка такой. Здесь парень поет все время. Он аж плачет. Он поет и плачет. Вообще. Рай. Обещают рай твои объятия. Дай мне надежду, о мое проклятие. Знай. Спасибо. Греховных мыслей мне сладка слепая власть. Бессонниц прежде я не знал, что значит страсть. Такие песни жалостливые. На грустной ноте не хочется заканчивать. Ну. Ладно, вот так, всем пока. Небольшая прогулка. Вон экскаваторы копают реку. Копают и отвозят, дробят. Там дробилка есть дальше, завод. Что-то на берега, наверное, насыпают, досыпка идет сейчас в Америтинке. Ну, раньше этого не было. Раньше река выносила. Река поднималась вот до сюда, вот до верху, вот до сюда. Вот это шла река таким потоком, выносила все. Сейчас я не знаю, что произошло. После Олимпиады вот это сделали. Тут топило там наверху вагончики, что-то они тут меняли, там что-то изменяли, русло что-то они. Кто-то говорит, что часть реки в СОУ отвели как-то, я не знаю, правда нет. Ну, река стала
мельче, намного мельче. Обмелело. И тем более такие заборы сейчас идут воды. Столько. Адерский, Хостинский район, все на этой воде. Мзым-то. Впереди скала Дзыхра, но ее не видно, и тучи. Всем пока.